В нашем городе стартовала всероссийская патриотическая акция «Красная гвоздика». Благотворительный фонд «Память поколений» уже четвертый год подряд проводит ее на территории всей нашей страны. Собрать как можно больше средств для оказания медицинской помощи ветеранам боевых действий – вот главная цель «Красной гвоздики». Каковы условия акции и как стать ее участником, расскажет Дарья Самородова. В Лабытнанге акция задействовала 10 волонтеров Победы. Они будут распространять значки по всему городу. Их можно будет встретить в городских организациях и предприятиях, скверах и парках. Всего организаторами было передано 100 памятных знаков. Бокс. Опустить так. Ваше пожертвование. Либо перевести безналичный способ. И теперь вам значок. Вы купили значок, помогли ветеранам. Спасибо большое. Я хотела бы поблагодарить волонтеров за такую возможность, предоставленную всем жителям города Лабытнанги. Вы знаете, что лабытнанцы всегда щедры на какие-то участия в акциях, которые пополняют фонды и служат благотворительным целям. Сегодня лабытнанцы впервые стали участниками акции «Красная гвоздика». Ее старт дали в администрации города. Эксклюзивный значок не для красоты, а для того, чтобы внести свой вклад в помощь ветеранам войн и боевых конфликтов. Главный девиз благотворительной акции – «Я помню, я помогаю». Помочь может каждый. Волонтеры Победы предлагают жителям приобрести вот такие значки с изображением красной гвоздики. Это символ памяти погибших солдат и благодарности ныне живущих. Все собранные средства будут направлены адресно для медицинской помощи ветеранам. Участники акции, прикрепляя памятный символ, рассказывают истории своих предков, которые изучали по семейным архивам. Говорят, забывать о ветеранах нельзя. У нас в семье есть участник Великой Отечественной войны. Он, к сожалению, не вернулся. Он погиб в 19 лет и был летчиком. Это мой дедушка. Благотворительный фонд «Память поколений» проводит акцию в регионах страны с 2015 года. За это время было собрано более 500 миллионов рублей. Помощь получили почти 8500 ветеранов. Мы уже формируем потребность в оказании медицинской помощи именно нашим ветеранам нашего города. Оформляем эти заявки и будем направлять их в благотворительный фонд. В нашем городе живут те люди, которые готовы дарить добро, которые хотят оказывать помощь ветеранам, они чтят память, они помнят и помогают ныне живущим ветеранам нашего города, и не только нашего города, но и вообще ветеранам нашей страны. Акция «Красная гвоздика» продлится до 22 июня. На вырученные деньги благотворительный фонд «Память поколений» закупит лекарства, медицинское оборудование, а также направит средства на реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий. Дарья Самородова, Григорий Волков, программа «Время местное».